жизни каждого человека бывают моменты, когда поцеловал не в ту щель. То есть все, что было на видео, это правда? Нет, это не правда. Это все фотошоп, будь он проклят. В каком именно месте там фотошоп? У Настеньки, в том самом месте. В оригинальном видео стрингов не было, потому что они в тот момент были на мне. Какой кошмар. Они и сейчас на мне. Если надо, могу показать. Да уж спасибо, не надо.